смотрите второй выпуск специального проекта «Мастер стен». Напомним, мы вместе с мировым производителем шелковой декоративной штукатурки, жидких обоев «Силкпластер» и центром декоративных покрытий «Мастер стен» проводим правдивый тест-драйв материалов для вашего ремонта. Сегодня в нашем меню лабораторные исследования, эксперименты с шумом и немного вандализма. Ну что, приступим? Если в вашем доме живет ребенок, приготовьтесь к появлению живописных полотен на стенах. В ход идет все – карандаши, краски, перманентный маркер. После набега маленького вандала выход только один – перекрашивать или переклеивать. Всего за пару минут на тестовых образцах из основной коллекции жидких обоев «Силкпластер» появились новые узоры и обидные царапины. Как быть? Попробуем отреставрировать. Смачиваем поверхность обычной водой. Берем фирменную кельму «Силкпластер», купленную в центре декоративных покрытий «Мастер стен». Результат идеальный. Попробуем разобраться с живописью. Здесь нам также пригодится вода, кельма и немного жидких обоев, оставшихся после ремонта. Жидкие обои «Силкпластер» достаточно раскатать тонким слоем, просушить и спрятать в укромном месте. Спустя месяцы и даже годы засушенный материал просто размачиваем в воде и наносим как новый. Предварительно фрагмент со следами маркера мы также размочили и удалили со стены. Производитель утверждает, материал абсолютно экологичен. Серьезное заявление. И мы его проверим. Отправляем образцы в нашу независимую экспертную лабораторию. Мы исследовали присланные нам образцы на предмет наличия в них опасных веществ и токсичных примесей. В основе сухой смеси нами обнаружено натуральное волокно, а опасных компонентов не наблюдается. Данный образец безопасен для человека и животных. На финал оставили самый громкий эксперимент. При помощи вот такого портативного прибора оценим качество шумоизоляции жидких обоев «Силкпластер». Напомним, весь материал наша съемочная группа приобрела в центре декоративных покрытий «Мастер стен» на Гладкова 10. Помещаем прибор в экспериментальную емкость, покрытую жидкими обоями «Силкпластер». Обратили внимание, этот материал можно нанести практически на любую поверхность. Условие номер один – абсолютная тишина, уровень шума 0 дБ. Условие номер два – версия Light. Уровень шума 35 дБ. Версия Hard. Уровень шума 105 дБ. Подсчитаем разницу. Получается, что жидкие обои «Силкпластер» гасят до 80% шума. Все еще сомневаетесь? По-моему, вывод очевиден. Шелковая декоративная штукатурка «Силкпластер» – материал огонь. Кстати, об огне. Этот горячий эксперимент мы оставили на потом. А пока Домовита рекомендует. Покупайте жидкие обои «Силкпластер» в центре декоративных покрытий «Мастер стен» на Гладкова 10.